Всем привет, на связи с вами Мунпайр, и сегодня я делаю научный эксперимент. Короче, моя цель — выявить, какой же все-таки вариант Рорки самое эффективно копает лед. Я вот сам копаю там нескольких окон лед, и вот постоянно идет у меня такое улучшение, что же все-таки, как лучше же Рорку так сделать, чтобы она максимально эффективно и дешево копала. Короче, давайте начнем. Я пока варпаю все Рорки на льдовую аномальку, расскажу вам суть. В этом эксперименте будут участвовать 6 ророк. Фит у ророк одинаковый. Он выглядит вот так вот. Чтобы вы просто понимали. Вот эти окна, не обращайте внимания, это чтобы ради эксперимента все было лучше, как бы, ну, вам видно, что в одном окне. Так я совсем по-другому играю. Короче, рорки, скиллы по прокачке сами перфектные, рорка сама в 5, но у всех я ророк стоит вот, ну, Т1 риги, короче, на копку. И у всех ророк, кроме одной, сейчас я вам ее тоже покажу, стоят лыжи, дрон навигейшн, чтобы дроны, короче, побыстрее ездили. Также у всех ророк присутствуют 2 кап-бустера и анцелярка, ну и плюс резисты. Короче, это мои базовые рорки, на которых я вот копаю лед. Ну, в дальнейшем я буду их улучшать на Т2 риги. Потом, плюс к тому, надо еще сказать, что в каждом персе воткнут вот этот имплантант, это чтобы дроны на 10% быстрее двигались, вот. Такие вот условия у всех, кроме вот этой рорки. У этой рорки я специально вытащил все импланты, ну, с головы перепрыгнул в пустой клон и отключил у ней лыжи. Это чтобы как бы вот самая базовая скорость у дронов была. Так, начинаем. Смотрите, эта рорка будет копать только на Т2 дронах. Следующая рорка будет копать уже на Augmented. Эта рорка будет комбинацию использовать 2 Augmented плюс экскаватор. Вот так само, ну, максимально используется мегабит. То, что у рорки можно как 125 мегабитов подключать по дронам, вот они вот сейчас все используются в этой комбинации тоже. Потом, следующая комбинация, чтобы тоже 125 мегабит использовать, но уже подороже. Получается 3 экскаватора плюс 1 Augmented. Он 50 использует, и каждый экскаватор по 25. Следующая комбинация, это уже 5 экскаваторов без улучшения на скорость. Получается, вот эту рорку, если сейчас мы увидим, как она будет копать максимально, ну, по иска час, то можно будет сюда больше еще танка воткнуть, всякие модули, чем вот эти вот 2 лыж, скажем, если это сейчас выяснится. Вот. И эта рорка тоже вот 5 экскаваторов, но у ней воткнут имплант на скорость, чтобы они быстрее ездили, и 2 лыжи воткнут. Вот. Короче, собственно, мы начинаем. Я думаю, я буду копать, чтобы было максимально честно, чтобы это все выглядело. Я не буду эти рорки отвлекать на убитие неписи, поэтому я сейчас приварпаю в середину белта свою рорку, которая не будет участвовать в эксперименте, но она будет просто присутствовать. Вот, чтобы она там была. А эти рорки я выберу... Так, более-менее одинаковые камушки нам надо, чтобы везде были, чтобы, ну, все максимально честно было. И для этого нам предлагается, собственно... Так, нам надо 6 камушков, да, чтобы максимально так... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы вот эти вот и выберем их. Вот эти. Так, я варпаю с рорками. Обычно у меня по стандарту включено 3 километра. Вот, я даже не знаю, говорили все время то, что там 6, но давайте начнем с в 3 километра варпать. Это чтобы они не бомпались. Давайте, короче, вот это я варпаю на этот камушек. Это 2, 5, 201. Потом этой роркой варпаю на следующий камушек. Этой сюда. Чтобы у каждой рорки свой камушек был. Чтобы, ну, максимально так прозрачно попробовать устроить этот эксперимент. Так, раз, два, три, четыре. Эту сюда. Конечно, камушки чуть-чуть отличаются. Но я думаю, тут не колоссальная разница будет, если вот камушки вот так вот отличаться. Так.
Где мы были? Раз, два, три, четыре, пять. Нам вот сюда получается уже. Да, на 63-й уже. И этот уже 98-й будет. Так. Сейчас ждем, пока они приварпают. Тем временем мы пока спровоцируем непись. Так, встаем в сидж, чтобы непись сейчас уже прилетела. Так, потом подготавливаем на всякие пожарные наш сетап, если вдруг нас дропнут. Потому что, ну, блин, кто знает, как получится. Цинку отгоняем. Так, непись еще не подлетела. Так, и постараемся сейчас камушки, конечно, выставить так, чтобы они были, ну, более-менее одинаково. Скажем, будем так плюс-минус, да, смотреть. Давайте, здесь у нас какой самый длинный, ближайший? Ага. Так, ладно. Это сейчас ради эксперимента все. Давайте мы сделаем, наверное, вот так вот, чтобы... Вот, ну давайте, наверное, сделаем орбиту 5, чтобы они орбитель, ну, выкатились на 5 километров от камней, чтобы идеально вот везде одинаковое расстояние было. Потому что это более реально, потому что ты не около всех камней встаешь вот близко. Вот в основном они вот так 5-6 километров. В основном. Ой, не туда нажал. Это чтобы они откатились сейчас просто на 5. Keep it range можно делать? Нет, нельзя. Поэтому надо орбиту. 5. Так, непись еще не пролетела. Отлично. Короче, идет построение эксперимента. Чтобы одинаково было. Чтобы потом не придраться самому, чтобы не придраться потом. А просто самому интересно реально, как будет оно выглядеть-то в конце концов. Потому что вот этот вечный спор. Не так, и так. Так. А пока что я там все строю. Я расскажу, как я строю как бы сетап самих, самой защиты ророк, скажем. На этой рорке, ну сейчас неудачно я приварпал немножко, конечно. Обычно я приварпываю в середину гравика факсом. Он у меня стоит всегда. И пытаюсь, короче, так сделать, чтобы он стоял где-то примерно максимум 40 от каждой рорки. И он у меня в клоке стоит. И, короче, на случай чего, я потом... Они у меня, вот все рорки добавлены потом в watchlist. Тут их побольше, они не помещаются. Я уже, которые не помещаются, отдельно на экране так отделяю их. Ну, короче, смысл понятен. Максимально рорки добавляю сюда. Потом, короче, когда дропают, кричу: помогите, помогите, спасите. Рорками качаюсь, ну, максимум качаюсь рорками. И потом, когда они уже в панику падают, там выключаешь сидж. И когда они из паники выходят, уже деклочится, конечно, факс. И он подхватывает их. Факс. Ну, максимально продлевает жизнь роркам. Потому что обычно, когда там штука флот, вот недавно, пару дней назад, у меня 300 людей, 315 там было, двойной штука флот дропнули. Ну, все выжил, потому что все правильно сделал, танканул. Факс очень огромную роль сыграл. Неожиданно появляется ниндзя факс и начинает лечить рорки. Факс такой трудно убить. Покажу, какой факс. Ну, что значит трудно? Он довольно хорошо живет. Короче, shield amplifier. Батарейка очень-очень-очень важна. Это батарейка, это чтобы вас штука флот моментально не высушивал. Вы вот... Примерно там 20-30 нейтриков, которые штука флот там ходят с ними. Вот они тебя не могут высушить. Ты еще в плюс идешь, если ты начинаешь качаться вот еще кап-бустерами. 3 кап-бустера, плюс конкордовская лечилка и резисты, короче. И тут внизу, короче, ПДСки. Damage control. Это чтобы влезли 3 батарейки на этом факсе. Резисты. Ну и конкордовские эти штуки. Вот. Не, это простая у меня на этом факсе стоит, но вот эти конкордовские. Да, эти конкордовские здесь. Сидж Т2. И все. И живешь, короче. Конечно, не забываем кушать наркотики. Обязательно, чтобы вы сами себя откачивали максимально эффективно.
Так, я откатился рорками на дистанцию нужную нам. Торможу их. Так. Останавливаем. Сейчас, собственно, начнем. Я думаю, копать будем мы, наверное, чтобы ради эксперимента, наверное, минут 20. Ну, или, скажем, вот пока первый камушек лопнет, сразу эксперимент останавливается. Это чтобы максимально узнать. Вот как только первый камушек лопается, или 20 минут, то эксперимент останавливается, и мы смотрим, сколько было накопано, на какой рорке. И все. И потом можно будет уже точно сказать, что к чему. Так, давай останавливайтесь побыстрее. Я уже выпущу дронов. Конечно, когда тут в 20 на рорках в 20 окон копаешь, я прям вот ну, приварпал на реварп спот или на спот. Я не реварпаю принципиально, потому что не надо реварпывать. И, короче, вот так визуально смотрю, сюда рорку, раскидалку, распушил все дроны, ну, где-то минут 30-40, и аномальки нету потом. И поэтому, как бы, вот сейчас это все уже длинно, там уже, наверное, полграфика не было бы, в основном. Так, факс. Все, факс спрячем, пускай он апроучит. Так, ты, конечно, уже... чересчур отлетело. Пропустил тебя. Без разницы. Короче, это цинка наготове на реварп споте. Не реварп, а то флот, когда заходит, чтобы могли наварпать. Так. Ну что, остановились. Так, ну я думаю, можно начинать тогда. Давайте начинаем. Короче, врубаем сидж. Везде сейчас мы, чтобы максимально одинаково было все. Давайте. И начинаем атаковать камушек. Так, все. Давай, копай. Все, все рорки начали копать. И смотрим, собственно, во всех рорках был карго пустой. И смотрим, например, вот сейчас вот это самая медленная рорка. У нее дроны двигаются сейчас 157 километров в секунду, 158 к сравнению. А у этой рорки, вот которая со всеми делами, у нее 256 километров метров в секунду. А, например, Augmented сравнить, вот которые, вот, они гоняют 700, почти 800 метров в секунду. И в этом я как бы на это все время как бы рассчитывал, то что когда... камушки, которые подальше, но они успевают намного быстрее туда-сюда сгонять. Ну, и постоянно вот там дискуссия с людьми начиналась, и поэтому сейчас вот окончательно вот сейчас узнаем, что к чему. Давайте смотрим. Короче, эта рорка уже накопала 7 кусочков, это 5, это 4, это 6, ага. Короче, смотрите, это с этой роркой почти одинаковы. Так, вот это вот, я вот пока до этого вот этот вот вариант предпочитал. Вот именно вот эту комбинацию. Один экскаватор плюс два таких. Но сейчас будем смотреть. Видимо, я очень-очень ошибался. Так, тут 4. И по сравнению Т2 дешманский тоже 4. Так, здесь еще 4, здесь 5. Короче, видите, да, разница? Т2 дроны плюс это. Так, смотрим дальше. Так, наша экскаваторная рорка 13. И экскаваторная рорка без улучшения на скорость 10. Уже выявляется тенденция. Вот явная тенденция, то что все-таки вот это вот максимальный вариант. Чуть-чуть на скорость, танк, скорость, баланс. Плюс имплант, чтобы они еще быстрее как бы гоняли. Это в голове имплант, чтобы не влиять на фит рорки. Да, моя комбинация, которая до этого, видимо, проигрывает. Блин. 17 кусочков по сравнению с 12, это на 5 кусочков. Мама мия, это 30% уже быстрее. Получается, если я скапал аномальку за 30,
минут, 30-40 минут, и теперь, если я поставлю вот такой фит везде, это будет вообще 20 минут аномальки нету. Мама мия. 20 минут, 1,5 лярда, ну где-то льдовая аномалька, если скапаешь ее, она где-то примерно, даже скажем, если по самой дешманской цене продавать, 1,3 лярда дает. Такая, значит, скажем, две аномальки в час, чтобы спокойно, ну не напрягаться, спокойно, там этот сидж закончится, когда две аномальки в час скапывать, это у нас 2,6 лярда, это значит, я наконец-то преодолею мой барьер 2 миллиарда в час. Блин, смотрите, 25, 17, и здесь по сравнению только 10, здесь 12 кусочков накопано. 21, 20, вот эти даже обгонять начали, вот эта комбинация. Это из-за того, что они вот так вот медленно выходит. Вот эти вот на скорости. А все-таки скорость, смотрите, как играет. 25, 21. Нет, сейчас они, наверное, тоже вернутся и обгонят. Смотрите, вот эти вот одинаковые. Вот эта комбинация, походу, одинаковая, если вот без скорости. Вот, 5 экскаваторов без скорости, скажем, эту рорку можно на макс танк, вот реально максимальный танк, там вот как вот, например, вот эту вот рорку. Так, я слежу за теми рорками, чтобы как только начнется. Вот эта рорка моя как бы максимально танкованная, на риге не обращайте внимания, это боевая моя рорка, я ее кидаю там во всякие зарубы. Вот. И я вот на такой рорк, вот так можно будет тогда зафитить и другие рорки. Это конкордовская штука, Shield Boost Amplifier, батарейка, также 3 кап-бустера и плюс такой жирненький Pitium A-Type Shield. Ну и, конечно, смарт-бомбы, они очень важны. Вот последний раз очень большую роль сыграли, особенно когда вас бобры дропают. Эти смарт-бомбы просто убивают половину дамага, который у вас идет. Это вот торпеда, ракета, она просто сносит, или эти Void-бомбы, которые на вас летят. Именно включать вот эти штуки очень помогают, реально очень. Так, смотрим, что у нас, 41 кусочек, по сравнению 35. Получается, смотрите, вот эта вот жадная рорка, вот эта танкованная рорка, за что вы решитесь? Вот, может, даже вот выводил, жадная, ну, жадная, это такая-такая дядька-рорка, которую хрен убьешь потом. И вот эта вот более дешманская, скажем. Ну, не дешманская скорость, но сколько она дешевле? Она дешевле на 2 экскаватора. Вот этот вариант. И примерно один в один. Вот эти вот один в один копают. Смотрите, сколько скорость дает. 5 экскаваторов против 3 экскаваторов. И копают они одинаково. Только что вот на этой рорке скорость, на этой нету скорости. Так, смотрим дальше. Здесь вот мой вариант, который до этого был 33 кусочка, 48, 38, блин. Ну, конечно, это не сравнить уже, уже вот все больше и больше разбег начинается. Но эти, конечно, сзади вообще отстали. Augmented против таких. Ну, смотрите, примерно одинаково. 23, сейчас они тоже придут. Ну да, сейчас будет тут 25, да, будет? Да. 22-25. Неожиданно, реально. Вот такой вот разбег, я не думал, что такой разбег будет. 53 против 36. Это у нас даже сколько? Сейчас давайте калькулятор достанем. 56. Да, на 30%. На 30% примерно больше накопает. Не, чё я? На 40 процентов больше. Вот этот вариант с этим на 40 процентов эффективней. А этот с этим где-то примерно на 10, ну, на 15 процентов. Вот этот с этим, это скорость только сколько сыграла. Ну, соответственно, вот этот с этим равны, я бы сказал, вот эти вот с этим равны варианты. Вот, получается, максимально дорогой фит, это вот этот вот 5 экскаваторов против... Ну, скажем, золотая середина, 3 экскаватора плюс augmented копают на 15% меньше. Вот этот вариант на 15%. Вот этот, мне кажется, вот золотая середина. Я вот так вот тоже копал уже. Augmented плюс 3 экскаватора.
Вот, они примерно реально одинаково держатся. Вот для меня это сейчас неожиданно. Ну, реально, я вот так вот, надо было намного раньше сделать вот это вот и все. А, скажем, вот этот вариант 44 против этих, ну, 20% меньше, да? Ну все. Победитель, можно сказать, выявлен. Это, конечно, ну да, получается 5 экскаваторов плюс скорость. Вот скорость реально играет. Поэтому, смотрите, если вы максимально затанкованные, тогда лучше, получается, отдать немножко скорости. И ваша рорка стоит на лярд, ну, на 2 экскаватора меньше. Но при том, что, она копает так же. Только что скорость там вот. Ну да. Вот. Прямо они одинаково держатся. Вот этот и этот вариант вот как бы. Получается, вот этот вариант вообще не годится, не стоит его брать. А вот этот вот реально стоит. Против этого. Так, у нас уже какой разбег? Так, 62 против 75. Так, 62 на 75, это сколько процентов от этого? 20%, 18, ну 20% разбег, да, получается. Вот этот фит, вот эта комбинация 20% меньше копает, чем это. Блин, ну все ж таки, хоть как-никак не крути, 5 экскаторов плюс скорость — это мощь. Это, конечно, не сравнить. Почти уже в два раза вот разбег сейчас будет. Тут 53, а здесь 80. Ну, уже существенно. Так, давайте ждем окончательно, чтобы камушек пока не упадет. Хотя, наверное, знаете, что мы на этом можем даже заканчивать эксперимент. Смысла дальше нету. Мы, короче, выявили. Сейчас сидж заканчивается, и мы назад их забираем и окончательный итог подводим. Так, ну давайте. Так, ты еще тут побудешь. Тебя я отварпаю. Смотрите, короче, давайте смотреть победителя. Вот она как и есть. Выходит. Получается, максимальный профит, который вы можете достичь, это, вот я думаю, вот этот вот максимальный можно вариант считать, это 5 экскаваторов, плюс двое лыж, которые будут гонять. Ну, скажем, и плюс, если вы Т2 риги, это еще 10% больше вам даст. Вот. И чтобы третьи лыжи не фитить, вот сюда фит, чтобы фит вообще говно не делать, там танк не убавлять, рекомендую вам просто вот воткните вот этот имплантант. Вот этот вот. Overmind Drone Tuner. Вот он 10% скорости вам дает. Это получается там, если их трое, они примерно так же вот там даст. То, что он без штрафа даст вам. Вот, тут как будто вот трое лыж стоят. Тогда дроны, получается, сами так быстро гоняют. Ну, без ухудшения фита. Вот, а этот фит я тогда... Вообще не стоит вот это вот этим вот заниматься. Блин, вот. Ну да, 90. 20%. 20% разница, мама мия. Да, я, наверное, все-таки сейчас я закуплю везде по 5 экскаваторов, чтобы вот, ну, прям так жирненько, серьезно было. 5 экскаваторов и все. Буду так теперь копать. А то у меня получается теперь 2 аномальки за час выходит. Это спокойно можно будет. Так, ну, надеюсь, вам суть вот это вот. Понятное, вот этим вообще не стоит копать, чисто вот айс-дронами двумя. Хотя, смотрите, самый дешманский фит против самого дорогого примерно, ну вот, этот копает, наверное, в процентов 40, ну, в два раза чуть-чуть хуже, чем вот самый дорогой. Самый дешевый копает в два раза хуже, чем самый дорогой. Ну, разница просто для вас. Вот. Этот...
Фит, вот которым я копаю, он копает насколько сейчас хуже? Так. 59 кусочков против 89. Шу. Ну да, примерно, ну скажем, плюс-минус 30% хуже копает. Это получается, сейчас я если перефичусь, вот даже если на этот вариант пойду, это у нас 59, разделим на 72. Ну, на 20% я улучшу по-любому эффективность, но я хочу вот к этому, вот это максимально тогда. Все, победитель выявлен, явный победитель, это вот именно вот такая вот комбинация. 5 экскаваторов плюс лыжи плюс имплант. И все, и вы в шоколаде. Да. Все, надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите, какие вам еще бы эксперименты нужны были бы. Там про рудную копку, я думаю, там не стоит даже экспериментировать, потому что там и так понятно, что там экскаваторы прям вот нон плюс ультра. И как бы там, я думаю, не стоит даже заморачиваться этим. А так, пишите, какие эксперименты вам еще бы интересны были бы. Все, надеюсь, вам это понравилось, и можете вот это вот как пруф и даже вот показывать своим. Вот смотри, вот человек провел эксперимент, жюри. Все, до скорой встречи, до свидания.